ваши лица, ваши глаза говорят о многом. Когда-то вы выбрали эту профессию, когда-то вы встали на этот сложный профессиональный путь, путь медицинского работника. Он непростой, он очень сложный. Работа с людьми, наверное, это самое сложное, что есть у нас. Но тем не менее, вы держите планку. Врач – это не просто профессия, а призвание всей жизни. Так считает Эльвира Черноусова, инфекционист по образованию. Ее общий трудовой стаж более 60 лет. Даже на заслуженном отдыхе не расстается с медициной. Пишет книги по врачебному профилю. Благодаря таким увлеченным людям, молодым специалистам сегодня есть с кого брать пример. Самое главное – это вот разобраться, узнать, поставить диагноз, а тогда уже проще. И это система поддержки, плечо коллег, Москвы, Краснодара. В любое время можно проконсультироваться. Жизнь человеческая, это вы знаете, вот сколько в глаза приходилось смотреть. И когда они выздоравливают, это такое счастье. С профессиональным праздником врачи поздравила и наша телерадиокомпания, презентовав фильм об анапских медиках. Ответственный труд медицинских работников требует полной самоотдачи, а также таких важнейших качеств, как доброта, отзывчивость, милосердие. В Анапе активно развивается профилактическая медицина. В городском центре здоровья ежегодно получают консультации более 30 тысяч человек. Доброй традицией стали Дни здоровья для детей и взрослых. Масштабные акции ежегодно посещают тысячи жителей сельских округов, которым теперь не надо добираться в городскую поликлинику. Специалисты приезжают к ним сами, проводят консультации, делают анализы и обследования. В этом году и в конце прошлого года нами получено достаточно много оборудования. Основное направление, конечно, это диагностическое оборудование. Мы говорим о сокращении времени исследования, о более качественной картинке проводимого исследования, о более комфортной работе для медицинских работников, как врача, так и среднего персонала. В городе-курорте работают более 2000 врачей и сотрудников младшего медперсонала. Администрация Анапы поблагодарила каждого за их нелегкий, но такой благородный труд.